Всем привет, с вами Гаврил, и это канал Омской Доты. На днях появились новые сундуки в Доте, их название Rotted Gallows. Собственно, сейчас будем их открывать. Прежде давайте заглянем внутрь и посмотрим, что там можно достать. Ну, как бы здесь можно достать 8 сетов. Это сет на Dead Prophet, Свена, Леона, черт возьми, Клокверка, Дроу, Рикки, Чаус Кнайта и Трента. Долгожданный сет на Трента. Первый. И еще, кроме этого, можно добыть дополнительные случайные награды. Это вард с летучей мышкой. Вот такой так себе вардик. И курьер бабка-ёшка. Не знаю, мне как бы не очень нравится. Я не мог бы назвать это наиречайшим курьером. Вот так еще может выглядеть. Еще здесь есть вот такой вардик. Избушка на курьих ножках. На курьи ножки, так правильно сказать. Ну, будем открывать. Надеемся, чем-нибудь из этого откроем. А эти у нас сеты все откроются по одному. Давайте по порядку. Так. Открыть. Раз, два, три, четыре, пять. Что достанется опять? Так, сет на Свена. Позже посмотрим, как он выглядит. Кстати, нам что-то его не дали. А вот, да. Так, давайте следующий откроем. Сет на Свена, мне как бы он, я вот посмотрел. Давайте сейчас попробуем. Не, ладно, потом. Быстренько все просмотрим. Сильные и слабые стороны на скорую руку. Точнее, скорым глазом рассмотрим. Ну вот у нас первая как бы редкая штука попалась, это вот эта летучая мышь. И какой-то еще один сет на Трента. Вот это мой сет, который я буду носить. Это все мое уголок. Так, следующий открываем. Что же у нас сейчас? Давайте посмотрим. Довольно красивый сет на Дроу. Интересно, попадется ли нам сегодня бабка-ёшка. Раз, два, три. Так себе сет на Dead Prophet'ку. Тут у нас осталось как бы три сета, и бабка-ёшка у нас еще не выпадала. Может быть, выпадет. Ну, давайте насладимся. Ну, как бы предложили так себе Чаус Найт, и говорят, что этим надо насладиться. Как-то я думаю, что это неправильно. Осталось два сундука. И пока ничего особенного нам не дали. Ну и последний сундук. Будем надеяться, что в этом сундуке у нас выпадет, собственно, Баба-Яга. Ну, Леон стопудово выпадет, но будем надеяться, что вот эта страшная бабка-ёшка нам тоже достанется. Ну ладно, давайте будем нажимать. Смотрите, какой страшный сундук. Даже сундуком назвать это сложно. Надеюсь, этот некрасивый сложно называемый сундук поделится с нами избушкой на куриных ножках или курьером. Ладно, давайте откроем. Смотрим. А ну-ка. Готово. И как бы Леон и больше ничего. В общем, я расстроен таким делом. Давайте быстро пробежимся. Так, вот сет на Свена. Так себе внешний вид, мне кажется. Ну, вот прикольно, что здесь топор. Подакса косит. В ближайшее время все эти сеты я запишу обзоры. Скоро войду в русло. Давно ничего не писал. Будем наверстывать. Вот сет на Рикки. Прикольная работа. Сет на Дроу очень понравился. Интересная стилистика, красивое исполнение. Ладно, все, позже еще посмотрим. Не очень сет на Dead Prophet'ку. Так себе сет на Чаус Кнайта. Красивый сет на Трента. Не знаю, может быть, он кому-то покажется некрасивым, но я люблю очень Трента, и поэтому мне любой сет на Трента, наверное, будет казаться красивым. На самом деле, я очень ждал этого. Очень рад, что наконец-то выпустили. Так, на Клокверка. На Клокверка, кстати, вот на картинке выглядит вообще прям круто. А когда заходим мы в этот,
просмотр как-то он, в принципе, мне обычным клопкерком кажется, но голова видно, что изменена. Ну, кстати, вот кроме того, что у нас сеты, в каждом комплекте еще вот этот loading screen дают. Ну и Леон. Леон, как бы, с одной стороны, прикольный. Ну, что-то как бы тут не так. Ладно, позже разберем. Все это запишу. И вот Вардик. Ну, Вардик мы видели. Летучая мышь. Балда. Собственно, как я сказал, в ближайшее время запишу эти все сеты. Будем входить в утерянное русло. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.